С практической точки зрения не идет лучше, не надо. Запах вкус. И вот включается это, и возникает то, что называют любовью. Ну, очарование любовью. Вот это острая фаза. Некоторые западные ученые сейчас считают, что это время человек не является психически здоровым. Ну, по сути, так оно и есть. В какой-то мере эмоции бушуют, наступает опьянение. То есть природа предусмотрела все, чтобы люди получили одобрение, да, быстренько перешли к сексу, да. И, что интересно, фаза розовых очков в среднем длится 6-9 месяцев. В среднем самый взрыв, самый расцвет, интенсивность чувств. Надо успеть, да. И если мужчина и женщина здоровы, как раз, и они занимаются сексом, не предохраняясь, как раз для здоровых людей это то время в норме, за которое женщина успеет зачать ребенка. Потом природа умывает руки, да, дело сделано. А у людей происходит следующее. Да. Что еще в эту фазу происходит? В эту фазу очень сильно меняется фильтр восприятия.